То есть можно так увеличивать, смотреть, где что, да, перемещаться. Есть, и внизу картиночки открываются, и можно листать. Дом культуры Шарм, пожалуйста. Ага, а крепостную стену, допустим, если глянуть. Так. Закрываем. Закрываем. Надо найти, если она в объекте. Она в центре самом. Так. Так, бассейн Днепр. Просто обозначено, да, не обозначено. Мы сами их еще... Так. Вот башня Громовая, не сломайте, да. Бублика. Ага. Вот. Прекрасная история как раз. Прекрасная вообще идея, тема прям. То есть, ну и, соответственно, сразу. Вот Федор Конь наш. Ага, осенний Смоленск. Зимний. Да, нет, ну, наверное, по три только добавили, да, пока. А будет больше, да, я так понимаю? Ну, для этого хватает. Для... Да, портал, по крайней мере. Ой, а елка, подождите, вот смотрите, вот если елка жмахнется, ну вот на линии, там еще другая, ну ладно. Нет. Давайте Блонья, Блонья. Наверное, просто обозначенная. А, просто, нет, чтобы можно было людям понять, куда к елке подойти. Да. Все, поняла. Спасибо большое.